Решил я немножечко скрасить, разнообразить контент на канале. И вот вам один анекдот. Стоят около бочки с пивом байкеры. Старые такие, с пузом каждый, с бородой, блин, до пупа, в кожанках. Рядом на стояночке стоят Харли Дэвидсон, Томпсон, харизматичные машины. Мотоциклами не назовешь, это машины действительно для таких вот байкеров, стариков. Подтягивают пиво. Мимо проносится толпа, человек 20, рокеры. На Ямахах, на Хондах, на КТМах. Пронеслись, улетели. И эти стоят, спокойно пьют пиво. Минут через 10 проносится эта толпа, уже на одного меньше. Эти тут посмотрели. Пьют пиво дальше. Минут через 15 проносится эта же толпа, только уже на 3 человека меньше. Блин. Ну, в аварии разбились. Потеряли свою толпу. Проносятся мимо них мотоциклами своими. Мужики, байкеры спокойно подтягивают пиво, наслаждаются, между собой разговаривают. И тут эта толпа возвращается уже наполовину меньше, чем было в начале. Там было примерно 20 человек, сейчас уже осталось человек 10-11. Возвращаются, еще несколько человек потеряли. И подлетают к этой бочке, и главарь шайки этой рокеров говорит: мужики, мы ж все одна семья, у вас мотоцикл, у нас мотоцикл, давайте будем дружить. Байкеры так посмотрели, один говорит: знаешь, да не имеет смысла с вами дружить. Че это, блин, мы же все мотоциклисты. Не, говорит, мы байкеры, а вы рокеры. А в чем разница между байкерами и рокерами? Ну, байкеры и говорят: так вы ж каждый год новые, ептать.